Всем привет, вот и новый ролик и он на ТикТобе. Не забудьте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал, это помогает в продолжении канала. Ну а мы начинаем. Полное имя: Тобиас Ирин Роджерс, псевдоним Тоби, ТикТоби, Тоби Роджерс, мистер Роджерс. Происхождение: ТикТоби. Род занятий: серийный убийца, один из доверенных лиц Слендермена. Способности: навыки, владение топором, физическая сила, скорость, сосредоточенность на чувствах, генетический иммунитет к боли, повышенная выносливость, неуловимый характер, скрытность, хобби, убийство людей, которые высмеивали его и Слендермена. Цели: убейте его жестокого отца, удалось, обслуживайте Слендермена, продолжается. Преступление: серийное убийство, пытки, вандализм, поджог, преследование, акция убийства. Тип злодея: трагический серийный убийца. Мальчику не хватало нормальной внешности, любой мог спокойно увидеть, что с ним что-то не так. Его растрепанные каштановые волосы торчали во все стороны, а его бледная, почти серая кожа выделялась люминесцентным освещением. Его глаза были темными, в отличие от глаз его матери, и он был одет в белую футболку и спортивные штаны, которые ему предоставили в больнице. Одежда, которую он носил раньше, была настолько изорвана и запачкана кровью, что ее больше нельзя было носить. Первое описание ТикТоби. Тобиас Ирин Тоби Роджерс, также известный как ТикТоби, является титульным главным злодеем одноименной истории Крипайпасты. Тобиас Ирин Тоби Роджерс, также известный как Титч Тоби, является титульным главным злодеем одноименной истории Крипайпасты. Личность: Тоби обычно оптимистичен и гиперактивен. Тем не менее, он иногда может быть очень саркастичным человеком, и иногда он будет неуправляемым из-за своего пограничного расстройства. Показано, что он темпераментный, когда он способен мгновенно превращаться из очень эмоционального в злого или счастливого, что делает невозможным время от времени разговаривать с ним. Несмотря на это, он может проявлять доброту к определенным людям, и он также показан как вероломный нарушитель спокойствия. Хотя он иногда дергается и тикает, он не возражает и продолжает оставаться тем же человеком. Он немного придурок, и к тому же, биография. Прошлое: Тоби, трагический мальчик, который родился с несколькими психическими расстройствами и над которым постоянно издевались, пока он не сошел с ума и не убил своего отца. Он был найден Слендерменом и служит одним из его доверенных лиц. Тоби Роджерс родился с множеством различных психических расстройств, из-за чего ему было очень трудно ладить с людьми. Из-за его расстройств он не подходил для учебы в государственной школе, а также из-за постоянных издевательств, поэтому его рано перевели на домашнее обучение. Он вырос практически без друзей и жил со своей матерью, старшей сестрой Лирой и отцом. Когда Тоби было 17 лет, он и его сестра попали в трагическую автомобильную аварию, в результате которой погибла Лира. Становление ТикТоби. После смерти своей сестры Тоби становился все более и более обеспокоенным, его симптомы ухудшались, он почти не ел и не выходил из своей комнаты, становился все менее и менее общительным, все больше терял память и снимал стресс, обгладывая плоть с рук и пальцев. Его отец потерял себя из-за наркотиков и алкоголя и стал жестоким по отношению к своей семье. Вскоре Тоби потерял контроль над своим рассудком и однажды ночью напал и убил своего отца. Он выбежал из дома, схватив два топорика в своем гараже, коробку спичек и галлон бензина, и поджег окрестности в попытке скрыться от местной полиции. Огонь окружил его, и когда он был готов сдаться собственной смерти, появился Слендермен и спас его, прежде чем он потерял сознание. Тоби проснулся без воспоминаний о своей прошлой жизни и вскоре стал одним из доверенных лиц Слендермена. Расстройство СИПИ, врожденная нечувствительность к боли с ангидрозом, вызывает у него онемение от боли. Шизофрения: бред, странное поведение, неорганизованная речь, синдром Туретта. Тики: приводит к растрескиванию шеи и суставов. Посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, после автомобильной аварии. Амнезия: после того, как он встретил Слендермена. СДВГ: пограничное расстройство личности. Антисоциальное расстройство личности. Депрессия: жертвы. Его отец зарезан кухонным ножом. Неназванный ученик средней школы зарезан и забит до смерти топориками. Еще один ученик средней школы зарезан и забит до смерти топориками. Последний ученик средней школы зарезан и забит до смерти топорами. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.